На Ямале стартовал прием заявок на грантовый конкурс для социальных предпринимателей. Его участники получат до 1 000 000 рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Поддержку получат более 20 проектов по всему округу. Подать заявку можно двумя способами – через агентство «Мой бизнес» либо региональный портал «Развивай бизнес 89». Документы принимаются до 23 августа. Заявка, она включает в себя наличие небольшого бизнес-плана, в котором предприниматель как раз и рассказывает, что он собрался, собственно говоря, реализовать. Да, то есть какие рабочие места будут создаваться, что это за проект, какова его социальная значимость, какова его финансовая, экономическая эффективность, социальная эффективность, опять же. И на основе ряда вот этих критериев конкурсная комиссия будет выбирать победителей.